Всем привет! Сегодня мы посмотрим, что выпало мне с инст. Понедельник обновление инстанс, то есть это инсты еженедельные. Посмотрим, что упало с дропа и посмотрим, что с них такого более-менее адекватного, интересного. Поехали! Значит, я прошел вызов, значит, бронзу Normal Hard, также конец Normal Hard по два раза и яркий. Ну, он пишет Hard, там типа один проход. Посмотрим, что есть. Сундучки, часть дропа осталась вот в мешках, я их просто в сундуках я не смогу достать. Сначала мы уберем синий и зеленый, посмотрим по статам, дальше оставим фиолетовый, будем потихоньку доставать уже из нашего, так, это хлам, будем доставать из нашего заначки нашей, это хлам, также статы хорошие. Вау, декс плюс 35 на зеленом, это хорошо. Переносим дальше зеленый здесь. Так, здесь крит мало, так, будем смотреть ни о чем. Сила 25 мало, КДР, крит мало у меня больше. Такой фиолетовый пока не смотрим. Так, здесь мало. Опа, крит 648, у меня тоже 648. Так, ХП нас не интересует. Здесь мало. Все как обычно, мало. Мало, так, подгоняем. Так, открываем здесь еще вот сундучок. Да, два сундучка упало мне с конец хард, получается, с судных дня. Мы их тоже откроем. Так, забираем еще сумочки, что здесь. О, фиолет. О, желтый. Так, есть одна желтая шмоточка. Так, посмотрим, что у нас здесь. Это мы уже забили инвентарь, да? Окей. Так, продолжаем синий и зеленый. Ой, это желтый. Синий и зеленый, а затем уже, я же говорю, посмотрим фиолет. Ну, пока так себе. О, крит 700. Вот это вот неплохо. Ум мне не нужен. Мне нужен, а моему персонажу не нужен. Так получилось. Так, кон. Физатака, в принципе, интересно. Я думал через физатаку играть. Ну, давайте пока мисс не будем. В дальнейшем посмотрим. Может быть, с 90 мы в физатаку. Так. А, здесь ровно 713. Ничего не поменялось. Так, здесь... Еще вот открываем зеленый, пока ни о чем, смотрим, еще 18 шмоток. Да, там параллельно еще дополнительный дроп падал, просто инвентарь был забит настолько, что уже не влазило. Нет, это неинтересно. Смотрим дальше, тоже ни о чем. Так, декс нет. Так, здесь сундук снабжения S мы еще будем смотреть, это фиолет, да, у нас. Так, здесь все фиолет, чуть-чуть, по-моему, осталось, два сундука. Так, оно уже упало, где? Да, вот, декс здесь, декса мало. Где что? Воды и огня. Окей. Так, теперь смотрим, что же нам выпало по хорошему дропу. Драконик выпал один. Два драконика выпало. Значит, один оранжевый. Ну, в принципе, я на продаже, я его ставить не буду. Но это что? Телосложение. А у меня как раз здесь нет вообще драконика конста. Ну, спорный вариант, я бы не стал, я лучше оставлю его на слияние. Так, давайте теперь смотреть по статам. Посортированы, да? Так, оружие.
Сила 32 меня устраивает. Переносим. Так, магатака. Это у нас не... Огня кадр не нужно. Так, шапки. Что у нас? Магатака не интересует. Инс. Ну, возможно, в следующем. Тоже так же, когда я буду переходить на физатаку, возможно, и пойдет и инс. Так, здесь тоже ни о чем. Так, крит здесь мало. Мало. Жизнь ни о чем. Так, может, стат есть какой-то. Нет. Нет, нет, нет. Здесь тоже ни о чем. Так, раскол здесь больше оставляем. Защита. Ну да, по статам не везет. Не, ну немножко, конечно, было статов, но не так, чтобы прям вау, да. Ум тоже не нужен. Сила 30 здесь больше разлагаем. Так, это мы одеваем. Статы мы переносим. Значит, нам нужен Dex. Нам нужна сила. Магический. Так. Крит поболее будет. Атака ветра. Давайте закинем раскол. Атаку ветра оставим. Оставим КДР. Там будет дополнительный еще бонус. Да, что здесь? Так. Множественные удары не катит, там у нас побольше будет. Так, атака ветра, ну не знаю. О, здесь крит побольше, 681, переносим. Так, разбираем. Что здесь? Кон. Мы не танки, кон собирать. Так, здесь тоже 600. Колечко. Атака ветра меньше. Ни о чем. Так, ну и все. Здесь я оставлю. А, вот, у нас еще же два сундука. Давайте откроем. Так, здесь что? Ну, меньше. И здесь что у нас? Ожерелье. Ум. Ум. Ум это хорошо, но не для нашего персонажа. Значит, два драконика. Да, осталось. И одна желтая шмотка. В принципе, и одна продажная. Давайте ее оценим. Чуть-чуть не оценить, правильно? Продать всегда успеем. Может, что хорошее будет. А ничего хорошего. Нужно было продавать. Вот так вот. Запомните истину. Нужно продавать. Я с Твина, кстати, собираюсь сделать видео, где я куплю кучу оценочных шмоток. Я их открою и просмотрю, какой шанс драконика. В принципе. Так, ну вот такое коротенькое видео, скажем, было по поводу того, насколько счастливый дроп в мою сторону, скажем. Возможно, будет это периодически, каждый понедельник, вторник я буду снимать о том, что выпало с инстол, и осматривать по шмоту. В принципе, это все. Шмот дроп, я думаю, неплохой. Два драконика, это в принципе хорошо. Всем спасибо, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки.